кругу друзей и единомышленников. Есть у регионального литературного журнала «Симбирск» традиция раз в году проводить вечер встреч. Как правило, на нем подводят итоги года и отмечают авторов лучших публикаций, по мнению Совета периодического издания. У нас под сенью дружных муз есть такая рубрика новая, и мы имеем возможность представить не только творчество писателей и поэтов, но и художников, фотографов, фотохудожников. И мы этим пользуемся и радостно, что мы можем донести до читателей и развернуть видео такой ряд, зрительный ряд. На этот раз авторов поэзии, прозы и писателей-публицистов чествовали в колонном зале Дворца книги. Свои награды получили не только ульяновские авторы. Журнал «Симбирск» — это свободное поле для творчества и иногородних литераторов. На этот раз лучшей публикацией признали материал Нины Ягодинцевой из Челябинска. Родословная поэтесса, к слову, тесно связана с Ульяновским краем. А среди молодых писателей в этом году отметили стихи Светланы Алькиной. Мои стихи — это, в основном на бытовые темы. Я вот как живу, о том и пишу, то, что меня беспокоит. Я иногда про город пишу, иногда про свою улицу, про своих детей, про свою семью. Литературный вечер сопровождался выставкой «Симбирская книга». На стеллажах представлены издания, которые вышли в свет в Ульяновской области в прошлом году. На полках 19-й по счету выставки презентованы книги более 35 ульяновских авторов. На этой выставке их более 400 изданий. В целом 9 регионов принимают участие. Здесь книги по разным отраслям знаний, поскольку здесь учреждения, издающие организации, издательства. Одним из главных украшений выставки являются книги, выпущенные библиотеками. Рената Алюлова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.